Факел, ну чё, погнали, я думаю, в путь уже. Там мы долго засиделись в этом отеле. Ну, давай, пошли. Я думаю, кому? Президенту сейчас ездим. Нужно поговорить насчет того, что мы видели вчера, огромное количество зомби. Так, ты сел? Да, Все, надо давай, будет ему аккуратно. скорее же доложить об этом. Да, доложить. И я думаю, слышишь, можешь сказать, чтобы он на каждой улице этого города поставил охрану. Да, Правильно? нужно поставить как можно больше охраны, чтобы они тут стояли, защищали город, так как зомби могут напасть в любой момент. Я с тобой полностью согласен, Факел. Так, давай доедем, может, для начала новый день запишем, а затем уже, так сказать, и начнем. Да, можно будет записать. Давай, наверное, тут Так. остановимся. Да, давай. Как Все, раз таки мы отлично. подъехали к этой мэрии. Так, а, вот, тут как раз еще и новый комментарий. Ну все, я начинаю. Всем привет, друзья! С вами я, Путрик, и мой друг Факел. Всем привет, привет. Ребят, если вы хотите больше серий данного сериала, то не забывайте, ребята, ставить лайки на мой канал. Так, стой, на какой мой канал? Все, на видео Факела, на мои видео. Давай, раз, два, три. На видео Факела, на мои видео. Также, ребят, не забывайте подписываться также на мой канал и на канал Факела. И нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео и узнавать о них самые-самые первые. А также, друзья, смотрите у нас. Сережа Котик вот такой вот комментарий написал. Ну-ка, Факел, прочти-ка. Он написал: пообщайтесь с гражданами, вдруг кто-нибудь поможет, подскажет создать вакцину. Никто не верит, кроме президента, имя президента Джона, а кассиршу Элиза, вы будете бандой. Спасибо огромное, Сережа, за такой комментарий. То есть, благодаря тебе мы узнали то, что президента зовут Джон, а кассиршу, которая была вот там вот в отеле, ее зовут Элиза. Огромнейшее тебе спасибо, Сережа. Ребята, если вы хотите тоже попасть в этот ролик, как Сережа, не забывайте ставить лайки, подписываться, на колокольчик нажимать, ну или писать вот такие вот хорошие комментарии, как Сережа. Че, я думаю, Факел, погнали уже? Да, пошли к президенту, надеюсь, он там у себя, а никуда не отъехал. Надеюсь. Так, так, здравствуйте. Здравствуйте. Погнали тогда быстренько пройдем здесь, аккуратненько, чтобы никому не мешать. Ты тогда едь на лифте, я здесь быстренько пройду. Так. Так. В зале заседания никого нет, Факел. Ну-ка, может быть, дальше пройдем? Помнишь, тот кабинет был? Какой-то, где какие-то совещания были. Давай туда, может быть, пройдем. Давай, здравствуйте. Давай, сейчас. Да, смотрите, тут охрана стоит. А, вот там стоит. Охрана, давай. Давай. Здравствуйте, а можете подсказать, пожалуйста, где находится президент в данный момент? В данный момент президент находится в этом кабинете. Если вы по срочному вопросу, то тогда заходите. Если нет, то тогда не задерживайтесь. Хорошо. Так, погнали, Факел, быстренько. Надо спросить у президента. Так, закрываем дверку. Так, давай сядем возле него. Я здесь пройду, ты с той стороны. Здравствуйте. Здравствуйте, господин президент. В общем-то, мы по срочному вопросу. Прошлой ночью я с Факелом, мы видели кучу зомби на ваших улицах. У нас это все заснято на камеру. В общем-то, я вам советую на каждой улице этого города обязательно поставить охранников как можно больше. А также можете посоветовать, я не знаю, сделать какую-нибудь вакцину, потому что этих зомби становится все больше и больше каждым днем. Да, мы выполним вашу просьбу с охранниками. Также я знаю, что недавно открылась новая лаборатория, вы туда можете поехать и там спросить про вакцину. Может быть, они вам ее сделают. Огромнейшее спасибо, президент. Так, чё, погнали, Факел, я думаю? Да, поехали. Интересно, где эта лаборатория находится? Ну, если недалеко отсюда, в принципе, где-то тут должна быть. Как говорил президент под именем Джон. Так, давай откроем дверь, погнали. Идешь? Да, я иду, спускаюсь. Давай, аккуратненько пройдем здесь. Блин. А, нет, дождь, я подумал, где-то, но нет. Так, погнали, садимся в нашу тачку и едем искать. Так. По идее, она должна быть где-то неподалеку. Ты сел там? Да, я сел. Интересно, где она Хорошо. Находится. Погнали. Давай, ты рулишь, я смотрю. Давай, я тогда направо поверну. Сейчас просто по кругу будем ездить этого района. Может, найдем что-нибудь. Черт его знает, где она находится. Тут. Так, давай направо. А, вот! Магазинчики. Вот он, смотри, охрана какая. Давай заедем сюда, просмотрим. Ну-ка, давай посмотрим. Проверим, что да как. Сейчас я припаркуюсь тут по-быстренькому так. Хова. Все, сойдет, нормально. Все, выходим. А, вот, походу, да. Зонт. Ну,
Походу, это лаборатория какая-то. Слава богу, хотя бы не зонс. Так. Охрана. Дверь открыта. Так, ух ты, нифига они... Да, одеты хорошо. Здравствуйте, мы от президента сказали сюда подъехать, там поговорить насчет важного вопроса. А, вы от президента? Ну тогда проходите. Только не трогайте ничего. Хорошо, ничего не будем трогать. Погнали. Пошли. Так, факел. Вау, ни хрена себе тут рабочих, смотри-ка. Офигеть, какая лаборатория. Ё-моё. Блин, тут еда у них, куча рабочих. Так, а где сам-то этот ученый-то, который делает вакцину? Я думаю, вряд ли это обычные рабочие, которые делают вакцину. Ну да, они тут просто за компьютерами сидят. Не знаю. А, вот тут тонированное стекло, посмотри-ка. Ну-ка, что тут? Давай-ка поближе рассмотрим. Видишь? Да, смотри. Я ничего не вижу, я плохо вижу, честно. Я вроде бы вижу, там ученые какие-то стоят, я не знаю, какие-то столики с препаратами. Да? Ну погнали, погнали. Так, мы к ученому, в общем-то, погнали, чё? Так, проходи. Факел, идём. Так, факел. Чё это? Чёрт, факел, тихо. Чё это? Так, это... Я не знаю, ты видишь, что здесь написано? Ой, на нас как-то косо смотрят, ладно. Здравствуйте, ученый. Мы, в общем-то, от президента. Мы бы хотели поговорить над вакциной. В общем-то, недавно... Зомби проникли в этот город, соответственно, нужна вакцина. Вы не знаете, как ее сделать? А, вы от президента? Ну ладно, мы сейчас посовещаемся с коллегами. Вы пока что идите, посмотрите чего-нибудь, мы вас позовем. Хорошо, хорошо. Погнали, факел, пока что посмотрим здесь что-нибудь. Так, что смотри, тут планеты какие-то. Факел, иди сюда на пару слов, пожалуйста. Ну-ка. Слышишь, факел, это походу зонс, они переименовались. Они тоже вирус хотят, что за бред? Ну-ка, смотри, тут какие-то подопытные. Или кто это? Тут. Это зомбаки, слышишь? Это зомбаки! Они тут что, зомби выводят? Я думал, это люди обычные. Смотри, он как обычный человек одет, ты видишь? Да, вижу. У него только кожа немного зеленоватая. Ну-ка, давай пройдем, посмотрим, что с ними. Давай, только не прям засматривайся на них, а то еще обвинят нас, и тогда сразу за решетку. Окей. Просто смотри, что с ним стало. Охренеть. Какой так, давай не смотрим. Кошмар. Ты видел то, что там на листочке было написано? Ты видел это? Да, я видел. Я тоже это видел. Так, вроде нас зовут, погнали. Спросим. Ученый, мы, короче-то, вот посмотрели, да, все интересно. В общем-то, так что насчет этой вакцины-то? Да, я думаю, вакцину мы сможем в течение недели сделать. Слышишь, факел, может, устроимся на работу, чтобы подсматривать за ними? Если что, всю информацию мы будем говорить президенту. Да, мне кажется, хорошая идея. А, ученый, мы бы хотели, в общем-то, устроиться к вам в зонд работать. Мы бы вам помогали, могли бы охранниками быть, могли бы быть учеными, как бы вот... Что-нибудь надо для этого, или вы сразу принимаете? Мы вроде доверенные люди от президента. Да, нам нужны новые рабочие. Проходите за охранником, он вам покажет, где можно будет взять бейджики, и приступайте к работе. Огромнейшее спасибо! Блин, погнали. Факел, черт, нахрена мы вообще это сделали? Я только сейчас подумал, какая на нас ответственность сейчас будет. Мы так вот, проследим за ними, что они будут делать. Так. Они нас пристрелят, две у них пушки какие. Ну-ка. Так, что тут? А, вот, броня, бери, факел. Офигеть. Офигеть, как мне интересно будет выглядеть. Ну-ка. Опа. Вау. Жесть. Офигеть. Просто она посмотри. Такая, да. Я о том же. Давай дальше. Чё очень тут? Офигенная броня. Автомат так. Какой-то. Возьму-ка я. Так, автомат, патроны. Бери тоже патроны себе, да. Вау, прикольный автоматик такой. Жесть. Вау. Так, а тут бейджики, да? Все, я взял бейджик. Это, так понимаю, электрический какой-то бейджик, похожий на флешечку. Так, ну, что, все? Ну, я думаю, да. Так, тут уже давай ничего нет. Так, все, погнали. Я тогда... Че, поехали к президенту, я думаю. Тут засиживаться не будем, правильно? Да, мне кажется, надо скорее к нему отправляться. Все, до свидания. Мы теперь с вами работаем. Вы теперь наши коллеги. До свидания, все. До свидания. Все, быстрее. Так. Валим. Факел, нужно договориться быстрее с президентом. Поехали так, быстрее. Всё. Куда ехать, я забыл. Так. Налево, по-моему, да? Да, налево выворачивай. Там будет погнали, как раз таки мэрия. Погнали. Блин. Хоба. Что-то мне стрёмно. Ты видел какие там экспонаты страшные?
Да, я видел. Это они прям похожи на людей, прям практически точь-в-точь. Так, я не туда поехал, не надо Они там, туда походу, заходить. испытывают свою какую-то антивакцину и из обычных людей делают зомби. Да, там был. Ты видел, у него даже одежда обычного человека. Даже очки обычного человека. У него все обычного человека. Жесть. Так. Все, погнали быстрее к нему. Так, Так, скорее. нужно. Надеюсь, он нас Сейчас узнает. я броню сниму, а Я то шлем мне сниму, еще чтобы он мое отсюда. лицо увидел. Вдруг они нас сейчас не узнают. Хорошо, здравствуйте. Так. Так. Погнали быстрее к президенту. Валим, валим быстрее к нему. Факел, ну ты не представляешь, на что мы сейчас подписались. Так, Так. надеюсь, он у себя. Так, тут его Да, опять нет. вроде должен. Вроде бы он в своем кабинете. Погнали быстрее, быстрее. Блин, тут этот бегают уже охранники. Так, заходим, пойдем. Так. Здравствуйте, мистер президент. Здравствуйте, президент. В общем-то, вы не представляете. Сейчас с факелом мы были в той лаборатории, которая недавно открылась. И там мы увидели нечто. На табличке, их табличке, там было написано «Развести вирус по всему миру», как в табличке, которую мы видели в прошлом городе. Президент, это все на камере. Мы вам можем показать и доказать. Мы даже устроились на работу, чтобы подглядывать за ними. И всю информацию мы будем докладывать вам. Хорошо, я постараюсь разобраться с этой проблемой. Ваша задача снова следить за этими учеными. Вам помогут наши охранники. Также приходите завтра, мы разберемся с вашей экипировкой. Хорошо, до свидания тогда. Погнали факел. Так, что мы теперь Завтра. будем делать? Где мы теперь спрячемся, если что? Ну, я думаю, в отель уже нет смысла ехать, потому что нас уже по-любому вычислили. Соответственно, я думаю, останемся где-нибудь здесь, возле мэрии. Либо можно остаться где-нибудь тут, в мэрии как раз. Но только нужно быть, спрятаться где-нибудь, потому что охранники, по идее, проверяют ночью. Давай вниз пойдем, может, там что-нибудь есть, найдем что-нибудь. Так, это Так. что? Это у Так. нас что такое? Ну-ка. Так, а, вот койки какие-то, да? Какие-то странные койки. На самом деле это тюряга, но как Ну, бы мне кажется, ее. тут можно будет переночевать пока У меня что. кирка, если что есть, я вырублю. Так, ну все тогда. Я думаю, можно отдыхать пока что, факел. Я пока что посижу. Ты можешь, в принципе, лечь, если хочешь. Ты на верхней будешь койке? Да. Ну все тогда, факел, давай. До завтрашнего дня. Пока.